Да, предыдущая моя была история о собаке, которая кинулась на нас. Вот как раз вот такая примерно собака. Это она и была. Да, страшная лает. Один раз я тоже шел. Мне нужно было идти на работу, и встретился вот такой же кавказец. Глаза красные, горят. Я остановился, боюсь, думаю, сейчас съест. И стоял минут 5 точно. Он рычит на меня, смотрит. А мне, я вспоминаю, как нужно вести себя с собаками. Нужно не смотреть в глаза, не махать руками. И все эти действия я сделал. Все, он потихоньку ушел от меня. Я пошел, а он дальше маленько ушел и побежал опять за мной. Я думаю, ну все, сейчас съест. Нет, он меня опять понюхал, порычал и убежал. Да, в этот момент я молился Богу, чтобы он избавил меня от этой собаки. Вот тут-то я испытывал страх. Да, вот тут-то и нужно быть предусмотрительным, умение владеть собой, спокойствие и умение вести себя с собакой немаловажно. Оставайтесь со мной, до нового видео, пока!